Слушаю. Куда это он собрался в такое время? С кем он разговаривает, такой довольный? Зачем мне приходить, Усман? В чем смысл? Скоро ты поймешь, в чем смысл. Послушай, я буду возле вашего дома через 5 минут, ясно? Остановлюсь на нижней улице. Твои домашние наверняка еще спят. Выходи скорее, и мы сразу поедем в Капладжа. Хочешь, чтобы все снова обсуждали нас? Не могу. Вдруг кто-нибудь увидит. А вчера ты не боялась никаких сплетен, когда писала мне сообщение при всех. Испугался? Никто ведь ничего не понял. Я тебе покажу, покажу. Я говорю тебе, я уже выехал. Перестань капризничать, приходи скорее. А если не придешь, я припаркуюсь прямо у ваших ворот. Нижняя улица не подойдет. Подъезжай к футбольному полю. Подожди меня там. Это ты? А я искал Ильяса. Ему нужно было утром поехать в одно место, как бы он не опоздал. Ильяс уехал. Я слышала звуки будильника, а потом он ушел. Уже давно. А я подумал, что он проспал. Он здесь не проходил. Наверное, вышел через задние ворота. А ты куда собралась в такую рань? Хочу пройтись. Утренняя зарядка. А я вот ремонтировал машину. Нужно было успеть до утра. Всю ночь работал, успел. Недавно закончил. Отлично. Если хочешь, приходи в мастерскую. Я заварю свежего чая. Я уже пила чай. Спасибо. Я могу пройтись вместе с тобой. В это время на улице никого нет. Кто знает, что может случиться. Не нужно, Тахир. А я думаю, это и мне будет полезно. Я ведь всю ночь работал. Все тело болит. К тому же за машиной придут к 7 или к 8. Пройдусь немного, приду в себя. Вчера сватали девушку? Да. Вчера вечером ходили к ним. А ты ходила? Нет, зачем мне это? Я не захотела. Это все приятные хлопоты. Рад за них. Интересно, когда свадьба? Какая еще свадьба? Она беременна. На этой неделе распишутся, и на этом все. Жаль. Было бы хорошо, если бы была свадьба. Давненько мы на свадьбе не гуляли. Мастер Тахир, что ты здесь делаешь в такую рань? Подумал, может, тебе тяжело. Решил помочь. Какая работа в такое время? Я все закончил. Ну тогда возьми бурек. Мама рано встала и испекла. Вы тоже возьмите, невестка. Еще горяченькие. Спасибо, Али. Я сыта. Тогда до встречи. До встречи. Говорит, вышла на прогулку. Не хотел ее оставлять одну в такое время. Впрочем, ладно, она ведь идет по главной улице. Эта девушка что-то замышляет. Что она может замышлять? Весь мир занимается спортом на берегу. О, Аллах. Думаешь, у всех такая скучная жизнь, как у нас? Ne oluyor Ayça? Hı? Ne bu havalar? Niye benimle zaman harcıyorsun sen? Ne zaman harcamaz Ayça? Seni istedim diye kabahatli mi oldum şimdi bunca zaman sonra? Hani senin bir itibarın vardı. Hani artık görüşmeyecektik. 70 siteye beyaz eşya satıyorum ben. Unuttun mu söylediklerini? Ayça, bana ev tut dedin, tamam olur dedim. Sonra beni salmıyorlar dedin, vazgeçtin. Şimdi sinirini benden çıkardın. Ya yapma Allah'ını seversen bak. Gel gidelim biz Kaplıcamıza. Benim bak dizlerim ağrıyor, belim ağrıyor. Şu ağrıyan yerlerimizi bir... Olmaz artık. Evli bir adamla zaman harcamak istemiyorum. Sen bensiz yapamazsın. Bitti Osman. Bitti. Hı. Bak telefon çalıyor. Karın arıyordur. Hadi koş. Thank you.
Алло. Алло, Осман, ты рано ушел? Да, нужно было проверить счета. А что случилось? Я в центре, хотела заехать к тебе. Дорогая, я не в магазине, я у бухгалтера. Тогда я заеду туда. Ладно, ладно, ты поезжай в магазин, посиди там, я скоро приеду. Ну зачем тебе приезжать к бухгалтеру? О, Аллах! Не смейся. Не смейся. Если она узнает, то и ты пострадаешь. Я разведусь, Айча. Разведусь, я так больше не могу. Разведусь. Ты мне больше не нужен. Ты не можешь без меня. Я скоро тебе позвоню. А вот сейчас нам нужно ехать. Давай скорее. Тебе нравится кто-то другой? Айча, послушай, не совершай необдуманных поступков. Раз я обещал тебе развестись, значит разведусь. Ты точно что-то замышляешь, но запомни, это плохо кончится. Очень плохо. А вообще вы все мне надоели. Ей-богу, надоели. Вот возьму и уеду в Мармарис. Продам магазин и уеду. Что меня здесь держит? Я здесь уже задыхаюсь. Я сыт всеми вами по горло. Устал просить вас о сострадании. В один прекрасный день возьму и уеду. Потом можешь связываться с кем хочешь. Останови чуть подальше, я выйду. Не хочу сейчас идти домой. Еще чаю, невестка? Нет, Беляль. Иди, Беляль, иди. С каких это пор ты стала приезжать сюда с контролем, госпожа Ипек? О чем ты говоришь, Усман? Я лишь пришла забрать деньги. Мне нужно сделать покупки. То есть кредитных карточек тебе было недостаточно, и ты решила забрать деньги? Вот как? Прошу. Я оставила кошелек дома, Усман. Мы живем не в Корсейпик. Если забыла, съезди и забери. Я не могу терпеть подобные выходки. Больше всего на свете я ненавижу ревнивых женщин. Ну и ну, Осман. Ладно, больше я сюда не приду. Я уже жалею о том, что пришла сюда. Стой, женщина, стой! О, Аллах! Столько тебе хватит? Возьми, возьми же! О, Аллах! Ты ведь сказала, что забыла кошелек, госпожа Ипека.